Подрыхтовка до сел бы лесные и фермерские господарки. Добропорядкование на селе. Отказы на гэты и іншие пытанні прогучали подчас пресс-конференции первого наместника старшини Могилевского облканкама Олега Чекиды. У диалогу приняли удел представники областных и районных СМИ, интернет-сайтов. Свои пытанні задала и телерадиокомпания Могилев. Гаворку розпочали про головне – ефективное використання землі. 2 мільйона 900 тисяч гектаров земельной багаті Могилевской области, большая частка из якого – это территории сельскогосподарчого призначення и лесного фонду. Тем не менее, еще есть земля, что чекает своего господара. Провели мониторинг в 2015 году, и в землях сельских населенных пунктов выявлено таких земель 23,5 тысячи гектаров, с которых вовлекли в 2015 году 15,5 тысяч гектар. Остальные необходимо нам отработать в 2016 году. Особенно спинились на развитии фермерства. У Могилевской области 312 фермерских господарок, которые дают 2,2% от агульной сельскохозяйственной продукции в области. За последние 5 год личба повеличилась удвоя. Особливая увага развитию фермерства у паудньово-усходних регионах, где пропонуют преференции у выгляде льготного податка обкладания, отличению у фонд социальной обороны насельництва, подведение коммуникации, будовництва жилья. Справа фермера – заработать на своей продукции. От них только снижение затрат на ту единицу продукции, ну и по тем ценам, которые приемлемы в Могилевской области, в Республике Беларусь, их реализация. Сяуба 2016 – тема особливо актуальная для аграрию. Амаль 400 тысяч гектаров треба задейничать подчас полевых работ. За последние 2 года специалисты повялишили площадь миновито зерни бобовых культур. Это тот наш отечественный белок, который мы будем получать дополнительно в структуре зерновых зернобобовыми, который пойдет потом в корм животным, и это даст нам нормальную дешевую единицу продукции в форме мяса или молока. Подчас сяубы на палетках будет працевать 6 тысяч одинок техники и больше за 5 тысяч механизаторов. Задейничать працовников інших организаций, якія мають право керовать сельскохозяйственной техникой. Алена Соловьева, Виталь Алексеенко, Новини Регион.